Журналисты Первого Мытищинского завершают подготовку к новогоднему выпуску. Он выйдет в эфир уже 30 декабря в 20:45. Мы обещаем, что будет интересно. Среди наших героев Дмитрий Игнатов. Параатлет, ведущий, автор проекта «Одной ногой в Токио», многократный призер соревнований по плаванию. Потерял ногу в армии. Однако это не мешает ему много работать, заниматься спортом, мечтать о карьере дирижера и совершить кругосветное путешествие. Нашей съемочной группе Дмитрий дал эксклюзивное интервью. Когда я делал «Светскую хронику», я ходил с тросточкой, и многие звезды меня узнавали по этой тросточке, что типа чувак задает классные вопросы. Я бы сделал какое-нибудь вечернее шоу про людей, которые ноют. Как среди людей с инвалидностью есть нытики, бездари, так и среди людей без инвалидности есть какие-то балбесы, идиоты. Это общество, здесь все разные. Мы покажем разных людей, расскажем интересные истории. Фермер Татьяна Чертовицкая, фитоняня Елена Скворцова и студентка Мытищинского колледжа Тамара Григориан-Русакова. Что их объединяет? Уходящий год стал поворотным в судьбе этих мытищинцев. Каждый сумел добиться своей цели. Как превратить мечту в реальность? Накануне Нового года они делятся своими секретами с Надеждой Звягинцевой. Хорошенькие, хорошенькие, да? Ой, а кто это у нас здесь? А это подарок от нашей сельхозчасти. Чума хорошая, ты моя хорошая. Вот 3 месяца как-то вот так вот не планово 2 козы нас осчастливили. И так что у нас теперь козлята. Сколько у вас? 4? 4 козлёнка. Ты посмотри, 4. Это замечательное. У меня, наверное, будет новый питомец. А в ночь с 31 по 1 января наши ведущие журналисты вместе исполнят любимые новогодние песни. Итак, 1 января в 1:30 включайте Первый Мытищинский. Мы вместе с вами будем петь любимые новогодние песни.